Мы сегодня в Чистополе. Сейчас мы небольшую видеоэкскурсию сделаем. Совсем небольшую. Потому что дороги здесь не располагают, чтобы камера... Камера, изображение, видите, как себя ведет. Ничего, потом мы выйдем, еще заснимем на фотоаппарат, на видеокамеру. Сегодня здесь морозно. Улицы, как видите, покрыты снегом. Их посыпают здесь. Посыпают песком. Магазин «Нектар». Пчеловодство. День солнечный. День вообще отличный. Давайте проедемся. Такие у них здесь лежачие полицейские. Аккуратненько проезжаем их. Сейчас мы едем мимо Скрябинского парка, по улице Ленина. Мимо дома, где располагался какой-то красный комитет Красной Гвардии. Сейчас останавливаться мы пока не будем. Парк Умилений. Интересное название. Интересное название. Городок такой патриархальный, что ли. Я гляжу, некоторые дома дымят трубами. Вместе с тем я смотрю, вон, молодежь тоже присутствует в этом городе. Ленина 67. Что, поедем прямо? Давайте поедем прямо. Я останавливался в гостинице «Чистополь». Такая, ну, чистенькая, в принципе, гостиница. Торговый центр. Рядом с ней начали как раз сегодня ставить елку. Даже в небольших городах бывают пробки. Чистополь – город, в котором жил Борис Пастернак. Автор знаменитого «Доктора Живаго». Пока мы заходить мемориал не будем. В Татарии все названия дублируются на национальном языке. Смотрите, хлеб и кмек. Очень много строений таких кирпичных, стареньких, деревянных не видел, но точно начало 20 века. Вообще городок, который, как говорит мой хороший товарищ, хочется вернуться. А вот мы выезжаем к культурному центру Чистай, Чистополь. Сейчас мы заворачиваем здесь налево. Кстати, проедем мимо гостиницы, в которой я останавливался. А вот. И там идет какая-то постановка татарского... Не вижу отсюда. «Забытое наследие пророка». Дорогой, вот слева у нас гостиница, и мы едем сейчас дальше. В городе знаки 20-40. Да, здесь особо не разгонишься, здесь нет
таких широких улиц, как в той же Казани, с которой мы вчера приехали. Или в Тольятти. В нашем родном Тольятти. Тольятти. Вот здесь мы, наверное, завернем сейчас налево. Нет, не успели мы завернуть налево, ставим на паузу.